Между тем, многострадальный закон об ответственном обращении с животными в Госдуме пытаются принять уже 13 лет. В социальных сетях в настоящее время активно обсуждается статья зоозащитных организаций, в которой говорится о том, что закон в Госдуме разрабатывается при участии догхантеров. Это волонтеры, истребляющие безнадзорных собак в городах. Они же уверяют, что в состав группы по доработке закона не включен ни один представитель защитников животных. В Москве и 60 городах России прошли даже митинги с требованием распустить рабочую группу, созданную для работы над законом об ответственном обращении с животными. В общем, конфликт продолжается, и когда в нем будет поставлена точка, пока неизвестно.